Уважаемые друзья, с этого года все трудовые мигранты в России должны сдать специальный экзамен. Итак, центр по подготовке. Запомните, отныне самый главный для вас навык – это русский язык. Иди сюда. Ну-ка, разбери мне по составу слово «небоскреб». По составу – цемент, арматура, гипсокартон. Эй! Это русский язык. По составу двоеточие. Цемент, запятая, арматура, запятая, вот, гипсокартон, вот, точка, запятой. Вот, молодец, это хорошо. Теперь я немного погоняю вас по истории Москвы, чтобы вас по Москве не гоняли. Извините, не подскажете, где учитель по основам религии? Его нет. Он есть. Его нет. Он есть. Его нет. Он есть. Не мешайте мне вести мои занятия, идите отсюда. Ну и, наконец, в Москве, запомните, очень важно отвечать на все вопросы, быстро, не задумываясь. Поехали. Кто рано встает... Тот за МКАДом живет. Молодец. Сделал дело, гуляй. В смысле гуляй? Деньги давай. Молодец. Жили у бабуси. Были в ее вкусе. Молодец. Вопрос со звездочкой. В каком году? А? Вот видите? Теперь общий вопрос. В гостях хорошо? И платят лучше! Вот так вот, молодцы!